Очередной рейд по выявлению нелегальной продажи алкоголя прошел на улице Красноармейской. В магазине под названием «Винный домик» торгуют вином, водкой и коньяком без лицензии. Узнав о том, что проверку проводят сотрудники полиции и специалисты управления торговли Анапы, хозяин точки долго не появлялся. Хоть на фасаде магазина и написано «От лучших виноделов», кто как не он знает, что далеко не от лучших. Для получения алкогольной лицензии частное предприятие должно соответствовать определенным требованиям, описанным в законодательстве. Необходимо свидетельство из налогов. Службы об отсутствии задолженности в бюджет, карточка о регистрации контрольно-кассового аппарата, заключение СЭС и Госпошнадзора, договор аренды земельного участка и другие документы. Ничего этого нет. Сотрудники полиции изъяли более 300 литров спиртного. По соседству закусочная. Здесь картина точно такая же. Лицензии на алкоголь нет, но торгуют им вовсю. В центре магазина выставлены иконы. Видно, его владелец поставил их на удачную продажу, что с его стороны полное кощунство. Помимо традиционных напитков на розлив продают якобы коньяк. Як Хеннесси по смешной цене 50 грамм за 35 рублей. Рейдовую группу в буквальном смысле слова насмешил сертификат Центра защиты прав потребителей и содействия, выданный за честную торговлю. Судя по тому, что изъяли почти тонну литров алкоголя, о честности и речи быть не может. Светлана Авила, Александр Кореневский, Анапа регион.